В этом Баракаллаху фикум указание очень важное. То, что Баракаллаху фикум, то, что делают в наше время многие братья, это противоречит Баракаллаху фикум сунне. Что делает? Допустим, я сижу. Мне шариат, религия, Аллах субхана ва тааля приказывает Баракаллаху фикум. И люди вот сидят, так мы сидим за столом. За столом, понятное дело, что передо мной никто не сидит. Люди вот так сидят. И я, допустим, наливаю чай тому, кто справа, потому что религия мне приказывает давать предпочтение тому, кто справа. А этот справа берет, отдает чай другому, тот другому. И так, что эта пиалка оказывается рядом с тем, кто сидит слева. Это неправильно, братья. Это противоречит сунне. То есть сунна мне дает, Баракаллаху фикум, дало предпочтение право. Поэтому я когда налил, дается правому. Потом налил, дается следующему. Вот так Баракаллаху фикум подается. Понятно, да? А то, что делают наши братья, в наше время многие братья, сестры, наливают чай тому, кто справа, начинает передавать так, что эта пиалка с чаем оказывается уже остывшей и холодной слева от тебя, это неправильно и противоречит, как мы видим, этим хадисам Баракаллаху фикум.